have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки Гримрок на ваших экранах, на наших каналах. Пойдем мы сейчас, наверное, попробуем, где у нас была эта западня с крабами, не с крабами. Или... А, не, у нас пауки там были, точно, пауки. Вон там у нас была куча пауков. О, хавчик. Хавчика я в прошлый раз не видел. Если бы мы не промахивались, все было бы неплохо на самом деле. Там этих пауков просто до черта. Блин. На самом деле урон я им неплохой вношу, но... Давайте вы не будете за мной бежать, пожалуйста. Мне нужно отдохнуть, я и так уже много хилок схавал. Фух. Так. Да, зайди. Зайди, пожалуйста, спасибо. Хилки надо перезарядить будет, но сначала я посплю. Надо вылечить отравление. Да чтоб тебя. Блин. Нет, придется загрузиться, ребят. Мне нельзя, чтобы герой умирал. Вот, короче, в чем прикол. Ладно, значит, перед тем, как мы пойдем, наверное, давайте я еще одну хилку дам нашему персонажу. У этого два, у этого два. А у меня, кстати, больше бутылок-то нету, жаль. Так, и что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Как мне быть? Их там слишком много, и удрать я от них тоже... Ну, не могу, по сути, да? В чем прикол, что я не могу попасть обратно? Я бы там воскресился, но воскреситься я не могу, к сожалению. Если бы я не промахивался, было бы хорошо. Я столько урона пропускаю. Чисто из-за того, что я промахиваюсь столько. Это отвратительно. Они же, в принципе, неплохо сливаются. Ну, смотрите, сколько я промахиваюсь. Мне надо как-то... Ловкость качнуть, по-моему. К тому же у меня маг устает. И за счет этого... О! Я тут могу запереться. Правда, я не знаю, придет ли ко мне кто-то с другой стороны. Я крайне надеюсь, что нет. Но я могу тут от них запереться и подождать. Причем я так пока что не потрачу зельку. Яд от них очень долго лечится. Прям очень долго. К сожалению... Вот, бык вылечился. Сейчас у меня, может быть, этот персонаж тоже вылечится. Ну, боец мой. Лечись, пожалуйста, слушай, ну...
Спасибо. А, там у нас крабы ползают. Огненная бомба. У меня свет погас, да? Крабы, пауки, опасные ребята везде. Так. О, оно тут уже вырвалось, оно бегает. У меня сюрикены закончились, мне нужно будет за ними вернуться. Еще есть? Сколько их я вообще убил? Надо посмотреть. Так. Да, мне бы за своими сюрикенами сходить. Четыре. Этого мало. Меч. Да ладно. 19-15. Ух. Это прям то, что мне нужно. Хорошо. Это того стоило. Блин, этот уголок просто забит был пауками. Я думаю, что... Еще какой-то паук где-то сбежал у нас. Да, кстати, насчет хавчика. На, держи. Что у нас по еде? По еде вроде ничего. Можно даже немножечко еще поспать, чтобы вылечиться. Жалко, вот этот яд, он просто очень долго действует. Прям невероятно долго. За счет этого пауки меня бесят. Просто отвратительные твари. Ну, ну посмотрите, ну что это такое? Ну, блин, приходится спать. Все, наконец-то. F5, все, ребят. Так. Теперь кнопочки на стенах, может быть, наверное. Не? Ну, очень надо. Ладно. Нет, хорошо, мы нашли хороший меч. Кстати, я вот что подумал. Когда качаешь, ну, чуваку какие-то умения, например, вот у него мечи раскачаны. Кроме того, что есть вот эти вот дополнительные бонусы, которые они дают. Так, минуточку. Этот навык определяет умение вашего персонажа обращаться с мечом. При увеличении этого навыка сила удара, точность, возможность проведения специальных атак увеличивается. Это написано прямым текстом, блин. Почему я это не прочитал 10 серий назад? То есть, я такой, почему меня так сильно бьют? Наверное, я неправильно прокачиваю персонажей. Ну, как бы, да, я неправильно прокачиваю персонажей. Я им пошел качать атлетику, это все, конечно, нужно. Но я им вообще не прокачиваю боевые умения. Поэтому, наверное, то, что мы сейчас кинемся делать... Так, а ты у нас... Там у нас прогулка. С прогулкой я еще не разобрался. Погодите, не до этого сейчас немножечко. Ну ладно. Вот, я потом... Почему они так сильно промазывают? Почему меня так сильно убивают? Блин, потому что я им не прокачиваю боевые умения. Да чтоб вас. Все. В общем, ближайшие уровни персонажа. Кстати, когда у тебя ближайший уровень-то? Полуровня. Ой, блин, тут даже тоже не скоро. Ближайшие уровни персонажа мне нужно будет... прокачивать именно в боевые навыки, потому что я очень сильно промахиваюсь, у меня не хватает урона, меня эти пауки терзают, вот эти вот... блин, вот эти мокрые звуки мне не нравятся. Тут призрачные залы, спасибо, блин. С этими крабами для меня справится проблема. Что за улитки? О, нет, ну улитки нормально, они мне просто еду дают, да? Прикольно. Улитки не опасны. Вот, поэтому, например, у меня девушка, она гораздо лучше метает сюрикены, чем обращается с тем же самым копьем, потому что я ей это прокачиваю. Иди сюда, чавкающий звук. Я потом сижу и думаю, почему...
Почему я так... У меня так плохо все идет. Так, ладно, хавчик. Хавчик это вовремя. Хавчик это все хорошо. Как раз, наверное, надо бы подкрепиться, что ли. Сейчас посмотрим, что у нас по еде. Еды дали очень много за счет этих улиток, спасибо. Так, и в пяточку. Не, ну эти улитки реально был подарок просто. Я, кстати, не посмотрел, сколько за них дают экспы. Получилось бы у меня что-нибудь с этого всего нафармить или нет. Так, я... А, блин, у тебя перевес, да, дружище? Круто. Что у нас по этому топору? Так, нож 9-15, 14-15, 19-15. 9-15, наверное, уходит у нас. Насчет этого ключа, я потом все-таки вспомнил, что это же было из мешочка с... Фу, как его? С огром, с троллем. Крестьянская рубаха тоже уходит. Кожаные штаны тоже уходят. Я не вижу смысла держать все это. Оно вряд ли мне просто понадобится, поэтому... Ладно, стрелковые принадлежности. Я тут немножечко поразмыслил на досуге и... шипастая булава. А почему она у тебя, напомни? 18-11. 14-11. Топор. Я не знаю, все-таки я там вроде как немножечко качнулся в топор, но я не уверен, что я хочу дальше продолжать качаться в топор. Так, дублет я тоже оставлю здесь. Наверное, вот эта шипастая булава. А черт его знает. Нафига она мне надо? Вот эта шапочка легкая, плюс 4 защиты. У тебя 4 защиты, у тебя хорошая шапка. У тебя тоже хорошая шапка, поэтому... Ладно, пока что вот в таком вот составе пойдем дальше. Вот, я сейчас, в общем, в такой немножечко легкой панике. Мне нужно где-то достать уровни, мне нужно как-то прокачать персонажа. Ну, даже по одному уровню я сейчас достану, но я на четверочку прокачаю. Ой, там портал. Вот, а мне нужно прокачать... Надо было прошлый факел тоже подергать, повытаскивать. Ну, что-то такой закоулочек... С чего бы он здесь? Эта игра просто так ничего не делает. Ну, очень редко. Ладно, пойдем дальше. Что у нас по карте? По карта. Хорошо. Так, там порталы. Тут второй, кстати, закоулочек. Зачем? Лабиринт безумия. Ой, блин. Зачем вы так со мной? У меня и так-то мозгов не очень много, а вы мне еще и безумие устраиваете. Так, хорошо. Знаете что? Охраняем вот сюда. Это просто кидает меня в начало, да? Пока. Я пойду другие места пока что гляну. Нет, спасибо. Нет, ну я так понимаю, что да, но вот лабиринт безумия, это, по-моему, идеальное название для этого места, потому что там чеканешься, пока ты подберешь нужные комбинации. Не, ну конечно, я туда схожу, не в том дело, но все-таки... Как мне кажется, возможно, возможно, я, наверное, вот такие вот места, как лабиринт и всякое такое, буду проходить, возможно, за кадром. Потому что, мне кажется, я там проведу минут 15 просто на подборы всего этого. Чего там было? Залы. Призрачные залы. Знаете, если бы меня спросили, какую одну вещь я хочу убрать из этой игры, я бы, наверное, ответил порталы. Порталы очень сильно путают именно тем, что у тебя вроде все логично, все нормально, и тут портал. И он может отнести тебя в любую точку карты, вернуть, не вернуть, сделать что-то. Много неприятных загадок, которые здесь были, они связаны именно с порталами.
Наверное, пока что это мой самый нелюбимый элемент геймплея здесь. Ладно. Минус. Кнопка. Вижу. А что? Где? Привет, чувак. Кнопку я нажал. Что-то где-то должно было случиться. Но я не понял, что и где. Может, это, кстати... О, еще одна кнопка. Во, вижу. Видите? Я слишком часто промахиваюсь. Вот это щиток. Здравствуйте. Тяжелый щит. Уклонение 10. Так, у тебя 7. А что, если мы тебе отдадим? У тебя же говно какое-то, да? Уклонение 5. Щит легионера. Так, щит легионера идет нафиг. На, держи, дружище. Вот это хорошая вещь. И похавай еще. Вообще тебе нормально будет. Теперь сапожки. Кольчужные ботинки тяжелые. 6. Защита 6. Защита 2, сопротивление холоду 5. А меня холодом прям бьют. Защита 6, кольчужные ботинки. Наверное, вот так вот сделаем. Ты у нас все-таки на передовой. Тебе защита будет немножечко поважнее. Хотя насчет холода... Защита 4. На, ты тоже поешь, кстати. Защита 4. Давайте я вот эти ботинки реально пока что потаскаю. Потому что есть варианты, что они могут пригодиться. А кольчужные ботинки... Так, хорошо. Этот секретик прям того стоил. Он хорош. Круто. Так. Окей. Ну, вот это, например, лока мне больше нравится, чем та портальная. Нам бы по-хорошему, наверное, отдохнуть. Потому что у мага вообще энергии нету. Если сейчас мне на кого-то нарываться... У меня, по сути, маг сейчас самый уроновливательный персонаж. Потому что деваха, конечно, хорошо метает сюрикены, но этот урон идет по одному юниту. Танки, у них хороший урон, но за счет того, что я тупанул и не прокачивал им умения... Кстати, блин, спасибо, что не подсказали мне про это. Нет, ладно, ладно, я не обижаюсь. Нет, обижаюсь. Вот, за счет этого они вообще по урону как бы никакие. Ну, даже не сколько по урону, а сколько по точности. Они же не попадают ни в кого, они косые, как зайцы. Что это? Ничего, просто скелет. Поэтому мне получается сейчас маг практически единственный раздаватель крупного урона. Нет, тут много метательного оружия разбросано, надо тщательнее смотреть под ноги. Причем, я вам уже говорил, наверное, об этом. Тут лут сделан таким образом, что... О! Идите сюда. Лут сделан таким образом, что ты когда наступаешь на клеточку, на которой он находится, то он сразу оказывается у тебя под... Под ногами. Что-то там ходит с двух сторон, вот что мне не нравится больше всего. А, это... О, секрет.
свидания. Так, надо сюрикены подобрать. Но вот видите, опа, и лут находится где-то внизу. Так, что у нас тут за ожерелье-то? Сопротивление холоду плюс 50. Карл, 50. Это вообще как? Ну, я одену. Ну, пока на быка одену, а там посмотрим. Так, тут стрела у нас еще одна. Хорошо. Стрелы, это, наверное, из этих чуваков выпали. Тут секреток просто немерено. Хоть задницей жуй. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Может, еще тут кнопочка найдется? Там, я слышал, еще ходили то ли фаланга, то ли просто солдат. F5-очка. Просто солдат. Ну, просто солдат — это не проблема. Я, наверное, даже мага на него тратить не буду. Он мне мало что сделает. У меня уже просто не та броня, чтобы он мне мог что-то сделать. Хотя, опять же, 90 экспы за них дают. Что круто. Так, я тут все обошел. Минуточку, была одна кнопка, которую я нажал. И после которой я не услышал, чтобы что-то случилось. Возможно, открылась дверь просто слишком далеко, чтобы я это услышал. Что ты такой, вот мне интересно. Положить я на тебя могу, конечно. Не в том смысле, в котором вы подумали. Хотя, может, и не подумали. Я могу наступить. А ты откуда, дружище? Нет, но он меня бьет, кстати, на 5. Я не хочу мага тратить. Да, он будет у меня эти очки зарабатывать, но... Откуда ты приходишь постоянно? Ты не хочешь мне сказать? Так, ладно, другая фишка. У нас открывается... Какая дверь там у нас открывалась? А, стоп, может, для этого мне и нужен этот солдат, чтобы я успел пройти, потому он тут и спавнится? Ну-ка, 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 еще раз. У нас был пока что единственный раз, когда у нас спавнились враги, когда они нужны были нам для того, чтобы мы что-то открыли. Возможно, это тот самый случай? Так, свет, пожалуйста. Да, видите? Чувак заспавнился. Иди сюда. Иди сюда, дружище. Так, F5. Пробуем. Блин. Не успели. Пойдем еще кружочек. Ну ты идешь или... Блин, дурак, иди сюда. Потерял меня. Вот же ж дебила кусок. Встань, пожалуйста. Спасибо. В смысле вас теперь двое? А, серьезно? Вы хотите сказать, что каждый раз ко мне будет теперь приходить двое? О, может, отсюда пробежать? Я пробежал, блин, как обидно-то.
Чувак, не про тебя вообще сейчас. F5. Ждем, пока откроется. Раз, два, три, четыре, пять! Нет! Чтоб тебя. Да как это сделать-то? Да чёрт. Кстати, знаете что? Тут можно спокойно на этих солдатах нафармить. За них дают по 90 экспы. Они появляются бесконечно. Ну блин! Ну а как я это по-вашему тогда сделаю? Иди сюда. Раз. Два. Ну я не успеваю, ну так же ж нельзя. Ладно. Ладно, 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 я вас понял, хорошо. Пойдемте пока что отсюда. У нас еще одно место, в котором... Сейчас. Опа, я тебя там закрою, дружище. Фух. Че? Там за стенкой что-то булькает. О, улитки! А вы что тут, плодитесь, что ли? Прикольно. То есть мне просто здесь дают еду, чтобы я не сдох. Прикольно, прикольно. Так, ты голодать начал, на. Держи, покушай. Дружище, как раз вот хавчик еще. Тут просто развелись улитки, прикольно. Так, там или я не успеваю, или там что-то еще нужно сделать. Ну, то есть игра нам явно говорит, что нам туда, потому что они спавнятся. Это понятно. Вот этот кусочек, вот он открывается. Ха, немножечко странное место. Ну, хорошо, хорошо. У нас есть еще два места, получается. Одно... А, три. Одно здесь, одно внизу, одно справа, одно внизу, одно слева. Куда мы пойдем? Давайте. Так, тут у нас... А, это у нас выход, собственно, из уровня. Да. Тут тоже что-то чавкает. Залы огня. Точно, точно было такое. Крабы. А, в залах огня я получаю... Здравствуйте, отдыхал. Проход волшебника. Волшебника. То есть они мне предлагают туда какой-то фаербол метнуть. Я могу до той, до того камуш... А, потому тут огненная бомба лежала, что ли? Надо подумать, ладно. Иди сюда. Чудище. Смотрите, они промахиваются. Я ничего не могу сделать. Классно. И все, я пошел спать. Потому что, ну, хоп-хоп, и моих персонажей уже покоцали, они уже практически сдохли. Подыхать мне на этом уровне нельзя, к сожалению, потому что у меня нету воскрешалки. Воскрешалка осталась на прошлом уровне, попасть я туда не могу. Тут есть где-то камень, я его слышал, но поделать я с этим ничего не могу. Так, уйди-ка. Крабов здесь два. Спасибо. Ну, то есть я наношу по нему 1-2 попадания и все, и опять спать.
Я тут, по-моему, сейчас на хавчике обанкручусь. Хотя, если там постоянно спавнятся улитки, это было бы реально круто. Смотрите, какой урон они чудовищный вливают. При том, что мне неплохие доспехи, неплохие щиты. Просто хоп-хоп, и все. Отвратительно. Что у нас по уровню, кстати? А! По уровню... Ну, блин, ну быка, конечно, маловато. А быку и поесть бы надо бы, наверное. Да, я не то нажал. На. Давайте в пяточку. Так. А, можете отравануть. Я не хочу сюрикенами в него кидаться. Мне все равно туда идти придется, с другой стороны. Может и стоит сюрикенами... Блин, свет погас. Уходя, гасите всех. Не, ладно. Давайте собираемся. Ну, БК покалечили настолько, я боюсь, что его сейчас просто следующей атакой убьет. Оно атакует по два раза, и по два раза иногда разных персонажей, а два раза иногда одного персонажа. Потому что две клешни все-таки. Вот, так что я боюсь, что мне сейчас БК могло просто убить. Нету никакого зелья воскрешения или что-то такое. Да, я, кстати, посмотрел, вроде же как есть еще зелье восстановления сил. Вот, я им не пользуюсь. Хотя... Мага уровень, супер. Значит так, колдовство, защита посохом, колдовство. И куда я там шел? В землю? В магию земли или в магию огня? Сопротивление огню, сопротивление яду. Выносливость. Так-то по-хорошему, я не знаю, чего мага и качать-то. Великий огненный шар. Ваши огненные шары более мощные. Блин, я, наверное, все-таки... Давайте еще в огонь немного схожу. Что у меня вообще есть по огненному? Так, это облако, осколки льда, ядовитые стрелы, защита от яда, свиток горения. А, ну это обычный, да. Свиток шока, ледяная стрела, свиток света, это мы знаем. Защита от огня. Защита от огня. У меня на огонь-то не так много чего есть на самом деле, но там есть хорошие огненные шары. Магия земли. Земля это яд. Улучшенная ядовитая стрела, ядовитые стрелы. Блин, 24. 24 это сколько уровней? Если по 4, получится 1, 2, 3. Еще 4 или 5 уровней, и тогда я получу великий огненный шар. Я бы на самом деле хотел бы эту штуку. Давайте пока в огонь пойдем. У нас есть теперь еще свиток сопротивления огню. Где-то нам это пригодится. По 40 урона прилетает. Все, лечимся. Пауки жестокие, ребята. Крабы вот эти, это вообще что-то неимоверное. То есть тролляка, по крайней мере, он был медленный. Да, у него была чардж-атака, да, он ваншотил, но он, по крайней мере, был медленный. А вот эти ребята, их проблема в том, что они чрезвычайно быстрые просто. Если не избивать им атаку постоянно, то есть промахиваться или что-то такое, вот сейчас я ему постоянно сбивал атаку, и, в принципе, нормально зашло. Второго мы убили гораздо быстрее. Так, что у нас тут? У нас тут яма. Я, кстати, на этом уровне, по-моему, ни разу не проваливался. Да, было такое. Слышите камень за стеной? Где мы сейчас? Вот где мы сейчас, понятно. За стеной есть камень. Как к нему пробраться? Ой, кнопка.
открылась. Вот, зачем это, я понял. Оно три раза работает? Нет, оно работает постоянно. Так, хорошо. Клинок огня, меч, атака 14. Та-та-та-та-та-та-та. Ты у нас 19, ты у нас 14. Да, мы выставим вот эту штуку, но это клинок огня. А что я второй подобрал? Какой-то свиток, точно. Свиток огненного шара. Магия огня 13. Ладно. Я, похоже, не зря решил в огонь вкачиваться. Так, F5. Ему пофиг, да? Ясно. Ясно, понятно. Так, а там у нас дальше... А там у нас дальше ничего. То есть, по-хорошему... Мне там больше делать нечего. Вот зачем там эта штука была. Очень полезно, очень круто. Класс. Вот эта нычка. То есть, открываешь комнатку, она пустая. Я такой, а зачем ты здесь? Потом, а, ну понятно. Хорошо, хорошо. Теперь, что ты от меня хочешь? Давай в пяточку, наверное. Хочу ли я туда прыгнуть? Так, проход волшебника. Проход волшебника имеется в виду вот здесь или вон там? Сохраните. Поехали. Упс. Я, по-моему, задавил чувака. О! Древние комнаты, 7-й уровень, кстати. Горгульки. Чеши сюда. Ну вы смотрите, как я промахиваюсь. Ну, они на самом деле уже не такие страшные. Ну, просто если бы я не промахивался, все было бы гораздо быстрее и проще. Иди сюда. Вон там еще одна. Сандали. А зачем мне сандали? И крестьянские штаны. А зачем? Это же вообще простенький лут. Зачем он здесь? На кого это рассчитано? Так, давайте поспим, наверное. Немножко восстановим хпшку, жизни, здоровье, все дела. Блин, я хочу, чтобы у меня на воинов уровень поприходил, чтобы я им качнул наконец-то что-нибудь. Какую фиговую ситуацию я себя вогнал? Понятно. А, прям гейм-овер. Я хотел загрузиться, а он такой, не, чувак, на. Блин, нельзя было в этот тупичок забегать и спать там вообще в тупике. Спать это плохая штука. Ладно, загружаем вот это. Мы туда все-таки идем. Да, одного такого чудака мы давим просто. Что, кстати, неплохо. Да ну, не промахивайся ж ты, пожалуйста.
Ну блин. Да ну я тебя понял, понял уже. А, неприятная ситуация. Мне вот эта штука... Может сразу поспать? Да, просыпайся. Знаете, что я думаю? Может быть, что у меня три огненные бомбы есть? Давайте я на всякий случай поставлю сюда. Если эта штука меня припрет, то я, по крайней мере, смогу ответить. Вовремя у меня свет выключился. Давайте кастану свет. Вон оно там летает. Вон оно там летает. А мне бы тогда получается выйти к нему туда. Там вон свиточек лежит, его надо прочитать. Мне нужно не упустить момент и сразу выйти. Ай, блин, там еще одна... Потому что без возможности маневрирования я его не убью. Все. Фух. Там еще что-то крыльями машет, но, блин, погодите. Мне надо поспать. Ну, по крайней мере, тут я могу засыпать. И тут более-менее есть пространство для маневра. Если что, я могу хоть как-то от него уклоняться. Мне повезло, что эти две птички прилетели относительно в правильный момент. И я смог их там закочеврыжить, и все нормально. Мак, давай восстанавливайся, чел. Мне сейчас все голодать из-за тебя начнут. Все, норм. А, F5... Так, что за свиточек? Самый запад. Самый запад. Так, погодите. Вот здесь. У нас Лутецкий, да, который беспонтовый. Беспонтовый Лутецкий. Я, кстати, не знаю, до сих пор не понимаю, зачем он здесь. Кнопок я тут пока что никаких не вижу. Блин, что там по уровню? Я уже заманался ждать этого уровня. О, почти уже. Кстати, похавать надо, да? Было бы неплохо. А тебе? Да пока не очень. Ты голодная, на, поешь. Маг, маг тоже может пока потерпеть. F5. Так. А тут что за уголочек? Это просто. А тут... Тут везде какие-то такие уголочки, которые прям... Чего? А, портал. Яма еще глубже? У воровки уровень. А, круто. То есть я делаю на... так, 24. Улучшенная уловка, удвоенное уклонение при ношении только одежды. Да, нет, это не хотел. Это метательное оружие. Сила здоровья, да. Да-да-да. Мы пользуемся метательным оружием. Пусть будет метательное. У нас, правда, есть еще
Техника убийства, уклонение, дальнобойное оружие. Дальнобойное оружие — это же не луки, стрелы. Хотя, черт его, может, это и луки, стрелы. Я что хочу сказать, что лук, арбалет я, наверное, приберегу. Так, F5. Я приберегу на каких-то боссов или не боссов. Я не знаю, что здесь еще будет. Это расходники. Антидот. Почему он желтый? Так, на... и хилочка. Хилочка — это, конечно, круто. И антидот — это вообще прям хорошо. Но почему он желтый? Так, тут у нас будет ящик с факелами. Наверное, еще один. На. У нас и так места-то не хватает. По весу. Блин, по весу тоже не очень красиво выходит. Ну, посмотрим. Я все-таки так до конца не могу решиться от некоторых вещей избавиться. Все меня что-то держит, что возможно, возможно, где-то. Возможно, зря меня это держит, кстати. Так, антидот. Антиудот. А, мешочек у нас пустой. В мешочек можно, наверное, вот эти записки пока поскладывать. В мешочке у нас до этого был хавчик. А теперь сделаем так. У нас есть огненный меч, надо не забывать про это. Знать бы, какие твари чего боятся, было бы тоже неплохо. F5. Дверь. Портал тот, кстати, насколько я понимаю, он, наверное, выведет меня отсюда. Насчет вот этой двери. У меня такое ощущение, что я что-то здесь упускаю. Довольно крупный кусок, кстати, седьмого этажа. Нам дают тут походить. Но самое интересное вот что. Я могу себе провалиться на восьмой этаж. Хранилище. Да, я в восьмом этаже. Восьмой этаж. О, там вот эти тараканы маленькие. Здравствуйте. Блин, а прикиньте, это единственный способ попасть в эту нычку. Как вам такое? А, это было бы вообще просто бомбически. Хочу ли я туда попадать? Вот в чем прикол. Так, а если я туда положу... Так, стоп. Блин, звездочка бесполезная в данной ситуации. Наконец-то нужный уровень пришел. Там за стенкой что-то вообще невероятное творится. Так, тут хилочка еще одна. Тут есть еще одна дверь. В какие чертовы дебри я лезу? Что здесь происходит? Это... Нет, это не факелом открывается. Минутку. Блин. Во что я впутался? Так, уровень. Ты у нас мечник. Вот ты у нас и будешь заведовать мечами. Разрез мощный на кости, да-да-да. Вкачаем тебя в мечи, и все у нас будет хорошо. Так, хорошо. Та дверь... Да, та дверь при этом открывается. Фух, F5. Может поспать нафиг?
Я хожу по восьмому этажу, все нормально. Знаете что, ребята, у меня такое ощущение. Во-первых, авантюризма, во-вторых, того, что, наверное, мне не стоило бы сюда лезть. Ты ж ёпарасоте, 12! Оно того стоило до копеечки. Тяжелая броня. И ты тоже 6. 8. Это тоже тяжелая броня. У меня просто никого больше нет с тяжелой броней. Защита 6. Он будет умение тяжелая броня. Уклонение минус 10 будет давать. У меня тут прокачано только на легкую броню. Минечку, защита 4. А что у тебя? У тебя перегруз прям жесткий. Так, тут 6, тут 4. Я сдвинуться не могу, да? 66,5. А что ты такого к себе положил, что ты стал резко... А, стой! Ты же тяжелый шлем одел. Он тоже у тебя... Да, я тебя понял. Он тебе тоже влияет на общий вес. Ага. Отдай хавчик, пожалуйста, человеку. Пусть поест. Ух. Вот это была, кстати, хорошая секреточка. Красивенько, да, качественно. Мы в хранилище стырили какой-то тяжелый шлем. Это приведет меня обратно к 7-му этажу, а это приведет меня обратно к 6-му этажу. Фух. Вот это сейчас было просто симпатично. Так, тут я так понимаю, что нужно будет кинуть камушек. Нажмется. Ну, будет фигачить огнем, но тут должен сойтись пол. В общем, все это, ребятушки, мы, наверное, с вами будем проделывать в следующей серии. Спасибо, что были с нами. На этом пока что заканчиваем. Офигеть, как интересно, круто. Много чего тут еще нужно сделать. У меня прям чешутся руки, но продолжим в следующий раз. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.